Good morning, Papa. Good morning. Happy Dasara. Доброе утро, дорогие друзья. Ой. Beautiful morning. I think 7 o'clock now. 7:30 утра. Good morning. 7:30 утра сейчас, и у нас отключили свет, и без вентилятора стало жарко. И даже Саши говорит, а пойдем тогда на пляж. Я говорю, а пойдем. Я хочу купаться. А гном идет купаться. Ой. Опять сильная волна. Нет, ну я хоть как-то должна покупаться. Хоть по-индийски. Сесть попой и сидеть. Вон они там так сидят, и я буду сидеть. Мы простынку взяли. Я думаю, если кафешки еще не принимают, можно просто на берегу полежать. Я, честно говоря, больше люблю на берегу лежать, на песочке. Не знаю, чего Саша барствует. Нормально так. Все сложили обувь, а у них сейчас эту обувь унесет. Видите? Товарищи, спасайте свою обувь. Где вы там, товарищи? Я не буду вам спасать. Не буду. Я купальник одела. Новенький. В опрашке купила. Красивый, бирюзовый. О, дым или туман, или вода. Пар какой-то. Машина сзади едет. Папа, отойди. Let them go. Он мне машет. Вот тут тоже кто-то потерял. Видимо, хорошо вечером посидели. Ну-ка. Ну, вода холодная. Холодная, холодная. Вон два тапочка. Целый комплект забыли. Цветы на празднование. С утра так много мусора. Ой, вообще такой, блин, подрезал меня. Ну, потом придут уборщики. Такими тазиками на веревочках. И весь мусор соберут. Каждый день они ходят и собирают мусор в эти тазики. Интересно, куда Саша собрался? Волны большие. Мне купаться страшно. Но окунуться хочется. Видите, везде лампы, во-первых. Лампы вот эти. И цветы. Это вот вчера пуджу, значит, делали на Дасару. Десятый день праздника осеннего Наваратри. Солнышко вон такое в тумане. Where are you going? Love Temple or? Ага. Ой. Давай little bit up.
Кругом цветы, darling. Everywhere flowers. They make yesterday puja. Они делали пуджу вчера. Зубной щеткой во рту, дяденька. Мы решили возвращаться, покупаться возле дома и вернуться. Вдруг свет дали. Можно уже начать монтировать вчерашнее. Люди спортом занимаются, бегают по берегу. А я кого-то вижу, кто-то все-таки купается вон там среди волн. Голова мелькает. А так в основном вот лодочки. Йогой вон мужчина занимается. Сурья намаскар делает. Лицом к солнышку. Ну что, не унесло ваши тапки? Все, три комплекта тапок. Видимо, вот этой семьи. Собачки выкопали себе ямки и спят. I will swim, окей? Садись сюда. Я пошла купаться, друзья. Хоть как, хоть тушкой, хоть чучелом, как говорится, но искупаться надо. Нет, нет, не ходи, говорит, далеко. Я никогда далеко не хожу. Ты что?
два раза. Искупалась, но искупалась не Indian style, прямо в одежде. Пока тут одни индийцы, и они все в одежде, я тоже в одежде купаюсь. Ой, волна, конечно, сильная. Какие там 100 грибков? Я обычно люблю делать, типа, зарядка. 100 раз надо сделать грибки, проплыть, в общем. Мама мне всегда говорила, что если есть возможность, каждый раз, когда заходишь в воду, делай 100 грибков. Но здесь с ног сбивает, я даже не смогла вообще зайти далеко. Саша говорила, говорю, вот в комментариях пишут, что нам надо более хорошие условия, чтобы там садик, еще что-то. Он говорит, я тебе и с садиком, и коттеджик могу найти, но это придется очень далеко идти, вот от берега. Ты же, говорит, любишь, с утра сбегала, искупалась, минута до моря. Я говорю, да, это в приоритете. Поэтому уж в этот сезон точно ничего искать не будем. Хорошая коробочка, кстати сказать. Мне нужны коробочки. Пойду папу натравлю. Пусть он мне притащит эту коробочку. Еще пишут, я бы взяла метлу и убралась бы тут. Вот еще раз говорю, ничего не буду здесь убирать. Все хозяйское. Пусть они все убирают. И вот... Ой, чего, они уже тут... Кто-то уже живет, что ли? И вот эта вот территория, раньше она была тут пустырем, и люди ставили машины, и постоянно какой-то гвалт, постоянно кто-то заглядывал к нам. Вот, и пока что вот нету этих жильцов. Мне даже больше нравится, чем когда тут была эта стоянка. Light comeback? Ура! Light comeback, дорогие друзья. Сода and яйца. Мы еще не кушали. Вернее, он кушал, он уже поел корнфлекс. А мне хочется яичницу. Хорошо, ага. Как заходить-то домой-то? С такими грязными ногами-то.